инфляция уже 7%, приближение все-таки коллективного иммунитета. Вторые консультации с Россией в Брюсселе. Эти и другие новости в программе «Мир сегодня». Russian Television Network of America представляет программу «Мир сегодня». Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе «Мир сегодня». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Согласно сегодняшним цифрам, в декабре годовая инфляция составила уже 7%. На 7% выросла стоимость товаров, включенных в индекс потребительских цен. Это самый быстрый рост цен за последние 4 десятилетия, с 1982 года. Политики-оптимисты, в том числе Байден, обещали еще с лета, что рост цен должен прекратиться, но проблемы с поставками товаров, продуктов ликвидированы не были, а это одна из основных, как считают, причин продолжающейся инфляции. Сегодня вновь показывали пустые полки во многих магазинах, продолжающиеся волны вируса, заболевания по полмиллиона, даже по миллиону человек в день привели к закрытию заводов, к новым задержкам с доставкой товаров, а что будет происходить дальше, может быть самый важный экономический вопрос нынешнего года. Сегодняшние цифры показали быстро продолжающийся рост цен на подержанные автомобили, на жилье. Прежде всего, это рост квартплаты на продукты питания. Также может обострить проблему дефицита массовое закрытие предприятий сейчас в Китае. Председатель Федерального резерва Пауэлл уже объявлял, что резерв несколько раз в нынешнем году повысит учетную ставку. Обычно повышение это происходит на 0,25%. Согласно Пауэллу, если он увидит, что инфляция высокого уровня сохраняется, то стоимость кредита придется повышать чаще и более резко. До этого говорилось о 3 повышениях учетной ставки в нынешнем году. Сейчас ожидает уже 4 повышения. Сегодня графики заражения по-прежнему были похожи на взлет ракеты, хотя в то же время вот в Нью-Йорке, в Нью-Джерси был намек на то, что рост заражений может замедляться. Но среднее число заражений по стране за 7 дней сегодня выросло на 185% по сравнению с тем, что было 2 недели тому назад. Госпитализации увеличились на 80% и, что особенно плохо, на 40% выросло число смертельных случаев. Сейчас каждые сутки погибает больше 1700 человек. По выражению губернатора Нью-Йорка Кэти Хочел, в городе Нью-Йорке на горизонте вот появился намек на надежду, что число новых заражений, может быть, достигает уже плато. Хотя в других местах в штате, которые отстают по распространению омикрона от города недели на две, заражения растут быстро и также в госпиталях становится больше пациентов. А в целом же, согласно Хочел, штат Нью-Йорк, может быть, проходит пик нынешней волны эпидемии, и ситуация в нем начнет улучшаться. Пока же, по сравнению с прошлой зимой, в штате число заражений увеличилось в 5 раз, госпитализации в 1,5 раза, смертельных случаев больше, чем на 79%. Плотность заражений в штате очень велика при этом. Позитивным оказывается один из каждых 5 тестов. В отличие от намека на плато, также вот не только в Нью-Йорке, но и в Нью-Джерси, в соседних с Нью-Йорком, Массачусетсе и Коннектикуте заражения быстро растут. В принципе, в штате Нью-Йорк и раньше политика слежения за зараженными, с тем, чтобы они не нарушали карантин, выполняли другие требования, была не очень активной. Следить за каждым зараженным может быть и физически невозможно, ну а сейчас контроль за
соблюдением ограничений уделяется еще меньше внимания, а некоторые графства вовсе отказались от мер по поддержанию режима карантина. У омикрона очень короткий период инкубации. Заболевшие начинают заражать окружающих практически сразу же, и своевременная изоляция заболевшего часто все равно невозможна. Тем более, что заражение происходит в столь массовом порядке. Глава Федеральной администрации по лекарствам Джанет Вудкок только что, кстати, заявила, что при темпах и легкости распространения омикрона исходить нужно из того, что достаточно скоро этой разновидностью вируса, переболев омикрона или же и против других вариаций вируса, неизвестно. А в Канаде, между тем, наконец нашли средства против вируса. Там невакцинированным перестали продавать выпивку и марихуану. Сегодня администрация Белого дома объявила, что направит 5 миллионов наборов для тестов непосредственно школам, чтобы предотвратить их закрытие в результате массовых заражений. Наборы для тестирования должны быть отправлены в первую очередь самым младшим подготовительным классом. Первое поступление наборов для тестирования должно быть в нынешнем месяце. Правда, относительно эффективности этой акции имеется сомнение. Только в городе Нью-Йорке в районе миллиона учеников, а 5 миллионов тестов в масштабах всей страны могут оказать очень слабое воздействие на что-либо. И тем более Белый дом сейчас говорит о 5 миллионах наборов для тестов, в лучшем случае только к концу месяца. А Байден в это же время, в декабре, совсем недавно, то есть обещал вообще-то 500 миллиардов бесплатных тестов тоже в начале года. Возможно, что обещание 5 миллионов тестов для школ – это скорее просто как бы демонстрация желания помочь. Проблема тестирования в школах сейчас стала острой. Без массовой проверки школьников на вирус намного более вероятными становятся массовые заражения. Большинство школ сейчас открыты для обычных занятий, но в основе их стратегии находится необходимость именно массовых проверок для школьников и учителей, проводить которые пока часто возможности нет. С 3 января закрылись больше 5500 школ, которые перешли на интернетское обучение в основном в связи именно с отсутствием возможности широкого тестирования. В следующей части о встрече представителей НАТО и России в Брюсселе. Оставайтесь с нами.